Добрый день, мы находимся на конференции MBLT. Мой гость Дмитрий Филиппов, директор по развитию СПБ-ТВ. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Полина. У меня такой первый очень потребительский вопрос. Технологий в нашей жизни становится так много, что мы даже как обычные потребители не успеваем за ними следить. Но тем не менее, они явно накладывают такой жирный отпечаток на наши привычки и потребности. И вы как компания, которая очень плотно завязана в этой сфере, наверняка их знаете лучше, чем я или кто-либо еще. Поэтому у меня такой вопрос. Кто ваши потребители? Какой новый такой вырисовывающийся портрет клиента, который вот пользуется, я не знаю, там, телевизором в мобильниках? Я немножко про развитие расскажу. Значит, раньше основной потребитель был это человек, который вот внутри технологии, mm-hmm. которому вот нравилось все новое. Mm-hmm. Там, компания наша существует с 2008 года, продукт работающий, поэтому нужно представить, в 2008 году это там первые айфоны вышли, да, то есть, ну, революция. То есть, как бы, user experience был, ну, будем честными, mm-hmm. так себе. Да. Вот, но все равно люди были, люди смотрели, людям было это интересно, это новая технология. Mm-hmm. Сейчас с развитием всего вокруг технологии, я об этом чуть-чуть сказал на презентации, с развитием технологий, с развитием скорости, с развитием там, размеров экранов, с количеством подключенных экранов, вообще, в принципе, те же самые смарт-ТВ, картина шибко меняется. Сейчас это уже от тех вот самых гиков, так называемых, люди переходят уже к среднему человеку. То есть, да, у нас продолжает быть аудитория, средняя аудитория – это мужчины, mm-hmm. это вот этот вот активный возраст от 20 до 35 лет, вот, которым интересно, с одной стороны, новые технологии, с другой стороны, они все время на движении, они все время где-то вот перемещаются, и вот это вот средний пользователь. Еще один user experience, ну, который вот мы наблюдаем, это во многих странах, mm-hmm. причем не только в России, это водители, это таксисты. Mm-hmm. То есть люди, которые вроде как не дома, но с другой стороны, у них вот этот процесс стационарности, mm-hmm. он достаточно длинный. Mm-hmm. Им нужно чем-то себя занять. То есть у нас один из таких забавных случаев, это было, что человек смотрел телевизор, ну, то есть не выключал приложение больше 56 часов. Может, он просто забыл его выключить? Нет, он переключал каналы при этом. А-а-а. Вот, я не знаю, ну, то есть, ну, понятно, да. Конкретно, что mm-hmm. это, кто это, то есть, скорее всего, это дальнобойщик, mm-hmm. да, причем пара, как минимум, да, да, который, ну, куда-то, да, ехал. Но, тем не менее, да, вот, как бы, 56 часов видеопросмотр. Мы, когда увидели эти цифры, были немножко в шоке, но вот как есть. Среднее число просмотра? Число, тоже очень сложно, mm-hmm. это в день, в месяц, в день, на человека. В день на человека? В день на человека в среднем где-то порядка от 5 до 10 просмотров, как бы, запусков видео. Mm-hmm. Вот, получается где-то так. Еще тоже такой момент, что, ну, это очевидно, что как только происходит что-то, спортивное событие, mm-hmm. новость, все что угодно, люди сразу же, вот первое, что mm-hmm. у них есть, они хватают, да, и получить эту вот информацию. Все-таки люди любят смотреть видео. Mm-hmm. Так или иначе, мы это видим, все это видят, все это знают. Поэтому, ну, да, вот они, первое, что хватает, планшет, мобильный телефон, если у них есть наше приложение, то они включают мобильное приложение, они смотрят новости, они смотрят там футбол, будь то там, не знаю, Сочи, все mm-hmm. что угодно. Mm-hmm. Они смотрят, потребляют вот этот вот спот контент. Mm-hmm. Ну и дальше, чем больше экран, тем меньше это вот единовременная история, переходит уже в длительный просмотр. А что человек в итоге, русский человек, хватает первым делом, планшет или телефон? И какой телефон? На iOS или на Android? На Android мобильный телефон. Мобильный телефон? Да. Угу. Какова доля ваших клиентов именно с такими аппаратами? Порядка 40... нет. Сейчас навру. То есть у нас количество андроидов uh-huh. порядка 45%. Uh-huh. При этом из них планшет не планшет. Я бы сказал, что из вот этих вот 45%, я думаю, что 25 из них планшеты. Uh-huh. Я посмотрела накануне нашей сегодняшней встречи статистику по скачиванию приложений вашего. Ну, в общем, вы там стабильно держитесь, по крайней мере, в России в десятке, в двадцатке. Да. И меня удивило еще, что вы также стабильно держитесь с точки зрения так называемой, как там, продаваемости, да, или, ну, вот, коммерческой части приложения. Uh-huh. Расскажите, на чем вы зарабатываете? Ну, наше основное, то есть наше приложение и решение uh-huh. СПБ-ТВ является нашей витриной наших uh-huh. технологий. То есть мы показываем, что мы умеем.
в первую очередь мы делаем это для себя mm-hmm. и для нашего конечного пользователя. Да. То есть для нас это как вот, ну не знаю, это вот нашим программистам, нашим разработчикам, чтобы они видели, что они делают, mm-hmm. они гордились этим. Чтобы оно, это в первую очередь для них, а они уже делают для вот того, кого они видят. Ну и почему это изначально было для гиков, собственно mm-hmm. говоря, именно поэтому. Деньги делаются как бы не там, потому что в России рекламных денег mm-hmm. мобильно нету. Когда но будут... вы работаете с рекламой? Мы работаем с рекламой, мы очень активно работаем с рекламой, но сказать, что это какие-то там mm-hmm. колоссальные цифры, нет. Mm-hmm. Наша основная заработок это B2B, это наши проекты с МТСом, наш проект с Билайном, да. Мегафоном, наш проект с Амедиа, угу. наш проект с нашим футболом, это все проекты на территории Российской Федерации. Угу. Вот. Плюс у нас еще есть зарубежные проекты. Это мы сейчас в прошлом месяце запустили проект в Армении. Угу. Вот. Это, ну, и еще другие, но вот как бы это вот из последних рабочих это. А по рекламе, кстати, у вас на сайте есть замечательное наблюдение про то, что на телевизоре, значит, очень много рекламы, а вы ее не показываете, показываете, ну, по крайней мере, на сайте сказано, что показываете только один ролик и учитесь показывать именно тот, который интересен пользователю. Да. Научились показывать именно тот, который интересен пользователю? Давайте так, мы научились, да, показывать, но их нет. Ясно. Роликов вот, или людей, роликов, которым это интересно? Роликов. Роликов нету. Проблема в том, что, как я сказал, рекламы мало. Да. Вот, тем более дорогой, качественной рекламы еще меньше. То есть основная, как бы, основные рекламодатели – это приложения, да. это игры да. в тех же самых мобильных телефонах. Сказать, что они много вкладываются в производство рекламы – нет. Угу. Им нужно получить четко абсолютно, что… Ну, им задача хотят. Трафик привлечь к себе. Конечно. Да. Вот. Им задача привлечь на себя, и дальше они уже сами с этим работают, они уже это умеют. Имиджевая реклама только-только туда идет. Вот, да, действительно, у нас появляются рекламодатели, там всякие, ну, то есть имиджевые, это Bridgestone, Coca-Cola, ну, да, то есть вот эти вот крупные игроки, но они только-только, для них это, они пионеры, mm-hmm. особенно в России, я повторяюсь, потому что в Америке, да, мы видим, даже в рамках нашего приложения мы видим и топ-бренды, и там всякие Coca-Cola, Procter & Gamble, Mars и так далее. Они все уже есть на мобильных устройствах, они понимают, почему это работает, как это работает. У нас пока еще, ну, у нас эта индустрия пока еще, она только-только формируется. Она только формируется, именно поэтому нету клиентов, или клиенты о ней знают, но пока боятся? Клиенты о ней знают, но рынок очень разрозненный, угу. Его никто не оценивает, поэтому вот, ну, для них это вот, ну, давайте попробуем. Угу. Нельзя забывать, что как у нас делают, ну, как у нас распределяются рекламные деньги, да, угу. Отдаются в рекламное агентство, дальше рекламное агентство уже смотрит. Угу. Вот, поэтому тут наша больше игра с рекламным агентством, чем с рекламодателем. То есть рекламодатель может дать рекомендации, но не более. Угу. А если вернуться к B2C, я так понимаю, вы переведены на много языков? Да. Ну, мы доступны по всему миру. Да. Но я так понимаю, что успехи пока в основном в России. Россия и СНГ. Угу. Вот, ну, русскоязычная аудитория. Да. Вот. Второй рынок, ну, то есть мы идем по развивающимся рынкам. Угу. Второй, ну, то есть второй по... Насыщение после России mm-hmm. СНГ – это Индия. Индия? Да. Индия в связи с очень большим интересом в спортивный контент, mm-hmm. в принципе, его доступность этого спортивного контента, то есть они сумасшедшие для крикета. И где бы то ни был, это правда, где бы он ни был, они его будут смотреть. Поэтому вот крикет. Mm-hmm. Но тем не менее, опять же, да, меняющийся тренд, потому что люди начинают смотреть сериалы, люди начинают смотреть фильмы, и даже на мобильных телефонах mm-hmm. и планшетах. Ну, опять же, экраны растут, качество растет, экспириенс меняется. Mm-hmm. Индия дальше? Индия дальше, арабские страны, арабский mm-hmm. мир. Очень важным для нас является Бразилия, mm-hmm. то есть Южная Америка. Вот. В развитых странах уже у них есть что-то. Ну, есть конкурентное предложение. В большинстве своем это предложение от операторов, mm-hmm. от местных. Ну, у них есть там со своим контентом платные вещи, которые, ну, вот они сами mm-hmm. делают. В общем, это другой бизнес. Mm-hmm. Они немножко, ну, то есть Европа и цивилизованный мир, он в рамках там платы за, вот именно физической платы mm-hmm. за свой интертеймент, они готовы платить. В России, в СНГ, там, в той же самой Индии, да, люди не готовы просто платить за это. Mm-hmm. И не будут платить. Там, в Индии, банально, там, самый наглядный пример, в Индии мы наблюдаем большинство устройств на Symbian, mm-hmm. вот, в которых большая проблема с in-app purchases. Все.
То есть это такое занятие для души и для Абсолютно. Будущих? Это для себя, это вот показать, что мы умеем, в первую очередь попробовать, что мы умеем, пойдет, не пойдет. Да, то есть мы запустили там какую-то новую фишечку. Вот давайте попробуем. Где попробовать? Явно не на партнерских проектах, да, там, которые на этом существенные деньги зарабатывают. Сейчас мы с вами поэкспериментируем. Да, они не готовы. Но при этом, когда мы там сделали на себе, попробовали, да, работает, класс. Потом с этим мы пришли к партнерам, говорим, слушайте, вот работает, хотите? То есть витрина. Как витрина? А что смотрит русский человек? Что он любит смотреть? Российский? Да, значит, сейчас... Вот, если смотреть, там, условно говоря, статистику за апрель, то сейчас в основном развлекательный контент. Это, несмотря на все события, происходящие в близлежащих. Вот, условно говоря, первые три строчки развлекаловка, после этого новости. И потом, ну, то есть, и там где-то спорт появляется. Но спорт – это целевая аудитория. Ну да. Вот. Ну, вот как-то так по смотрению сейчас получается. Все равно сейчас люди в основном смотрят там интертеймент, они себя развлекают. То есть он поехал, он включил там, не знаю, мультики, еще что-нибудь, и вот он едет, смотрит. Какие у вас ближайшие стратегические планы по компании? Реперные точки. Мы развиваем мультиэкранность нашу. Вот, то есть у нас есть, с одной стороны, реперные точки, это технологические реперные точки. Да, это мультиэкранность, доступность на всех экранах, то есть в том числе смарт-ТВ, дать потоковое видео, опять же, да, то есть бесплатное на большом экране, на смарте, на приставках, на всем, на вот этом. Вот. Плюс по партнерским, да, то есть мы развиваем наши перспективные страны, то есть это СНГ, это, опять же, арабские страны, это Азия. Вот. И, то есть вот у нас, мы больше все-таки по развивающимся странам. Они быстро принимают решения, с ними достаточно легко работать. То есть они быстро им предложили, они сказали, да, окей, поехали. Ну, плюс конкуренция там не такая сильная во всех смыслах. Да, даже вопрос не в конкуренции, на самом деле. То есть у нас действительно, то есть если смотреть по конкуренции, у нас конкурентных преимуществ достаточно много. Здесь вопрос даже не в этом. Здесь вопрос быстро сделать, быстро запустить. Да, там очень большое количество наших конкурентов готовы запустить проект через 2 года. Мы готовы запустить проект через 1.5 года. Для развивающихся, быстро развивающихся стран это очень важно. Вот оно так вот. Хорошо, а к концу года расскажите такой финальный вопросик, насколько вы вырастете с точки зрения оборота своего? Финансовых? Да. Порядок можно. Сейчас скажу. Я думаю, что... Точнее, даже не порядок, а динамику. Понятно. Я думаю, что именно по выручке мы вырастем относительно начала года где-то порядка в 1.5 раза. Это лучше или хуже, чем в прошлом году? Это, относительно 2013 года будет. А динамика 2013 к 2012 году? Я думаю, что она сохранится. На данный момент у нас сохраняется очень высокая динамика, и мы очень активно развиваемся. Все очень зависит от запускаемых проектов, когда успеем запустить. То есть разговоры о каком-то неком то ли кризисе, то ли надвигающемся кризисе пока вас не трогают? Мы не в той среде, где затрагивают кризис. Если бы мы шли по рекламной модели, да, у нас были бы проблемы. Потому что вот кризис, первый, откуда деньги забирают, из рекламы. Люди не перестанут себя развлекать. При условии, что это доступно, люди не перестанут себя развлекать. Пока это будет стоить адекватных денег, которые люди, в принципе, не замечают. Ну, там, условно говоря, тот же самый МТС, ТВ, да, стоит 8 рублей в день, 8 долларов в месяц. Средний человек тратит на телефон порядка 1000 рублей в месяц, да. 30 рублей, там, сколько это получается, 80, да, это там 300 рублей, да, третья часть. Понятно. Спасибо, Дмитрий, большое. Вам спасибо.